Физики Пермского университета разработали прибор индивидуального контроля за сердечной и дыхательной системами человека. Микропроцессорное устройство подключается к компьютеру и к человеку через электроды и в режиме реального времени считывает и анализирует все сигналы организма. После этого программа проводит диагностику и выдает советы по лечению заболеваний сердца и дыхательных путей. Прибор уже запатентован, и после испытаний его планируют внедрить в медицинские учреждения. Этот прибор – измеритель импеданса. Это аналог сопротивления на переменном токе. Импедансный анализ может применяться в различных областях науки, например, в химии, в электрохимии, также в медицине. Ну и в медицине на основе импеданса можно, например, узнать компонентный состав тела человека. Анастасия Кострева, Андрей Шварнадзе, Управление общественных связей.